Приемник МИР 154, точнее радиолог. Посмотрим, что он может принимать в 20 километрах от Москвы внутри железобетонного гаража на телевизионную антенну. Другой антенны нет, подключил телевизионные антенны, штекер для антенны. Начнем с коротких волн. Диапазон 50-75 метров. Ну вот, с 50 и пойдем вверх. Добавляю громкость, начинаем тестировать. С 50 метров вверх до 75. Is the resurrection and the life. Jesus is the great I am. Вот он, диапазон. And consider also that Jesus is the great I am. When he said, I am. Инопланетяне нам сигналят. Ну, в районе 75 метров ничего нет. Где-то метров 50-60. Есть станция, дальше ничего нет. Переходим на следующий диапазон. 35-50 метров. А 50 метров нет. Опять в районе 50 масса станций. Мне говорили, что в Китае нет. Так, переходим на диапазон 25-32 метра. От 25 вверх 32 идем.
Seine Frau kennen, die damals in einer internationalen Firma. Метров станция на станции. Say to him, no, there's... На средних волнах тишина, на длинных тоже. Никакого вещания. Вот и все. То есть на коротких волнах куча станций, на средних и длинных то ли нет вещания, может с приемником что-то. Ну, вроде он нормально работает. Вот такой вот приемничек. Все. Спасибо за внимание. До свидания.